Проблеме обеспечения медицинскими кадрами больницы поликлиник корреспонденты бийского издания посвятили большой материал. Они пишут, что сегодня врачей из Наукограда оттягивает сельская местность, поскольку она привлекает их миллионам рублей по программе «Земский доктор». В то же время многие молодые специалисты не спешат в Бийск, предпочитая города крупнее, и пока восполнить кадровую проблему попросту некем, отмечают журналисты. А вот Политсибру информирует, что Алтайский край попал в пятерку самых криминальных регионов Сибири. Так, за первое полугодие 2018-го в крае зарегистрировали 826 преступлений на 100 тысяч населения. Это пятое место среди регионов федерального округа. Нас обошли лишь Тува, Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. А вот самые законопослушные в Сибири, как выяснилось, амичи. С них и стоит брать пример. В Рубцовске отремонтируют драматический театр. Цена вопроса – 63 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда» Барнаул. Историческое здание было построено в советские годы в стиле эклектики, является объектом культурного наследия регионального значения. Капитальный ремонт, которого театр ждал несколько десятилетий, должны завершить до конца сентября. Елена Макаренко, «Наши новости».